Приехала на шоу песни, буду показывать все, что вам интересно. Сидим в жюри, что ты пришла порадовать нас? Всем понравилось. Японские капли лучшие в своем роде. Я нормальный парень? Нет. Все девушки раз в месяц бывают в крови. Напиши мне, когда закончится шоу. Давайте пойдем. Ты меня даже прости, пожалуйста. Кто твой фаворит? Клава Кока. Приехала на шоу песни для того, чтобы прямо сейчас показать вам, как здесь все происходит изнутри, как все устроено. Прямо сейчас я пойду пообщаюсь с ребятами, потом пообщаюсь с Тимати, в общем, буду показывать все, что вам интересно. Это такой кипиш за сценой. Вообще, столько людей завязано на этом шоу, все вокруг ходят, все вокруг поют, готовятся, волнуются. Я вспоминаю себя в этих телевизионных конкурсах, вы сейчас видите маленький отрывок моего выступления. Же ты, что с тобой? Это было всего лишь 2 года назад, так сильно изменила жизнь, и совершенно непонятно, что же будет с ребятами через год, через 2. Может быть, они вообще станут мировыми звездами, вообще никто не знает, очень переживаю за каждого из них. Стою здесь, обнимаю, поддерживаю, мои пусечки, как детки, мои детишки. Hello, как дела? Включают, выключают свет, включают. Неважно. Дела прекрасно, мы на шоу песни, сидим в жюри с замечательными представителями этого жюри. Вместе с Джакалибом, Максимом Фадеевым. Еще ты пришла порадовать нас. Хотелось бы узнать, довольны ли вы в целом нашей командой? Я более чем доволен нашей командой. У нас огромный потенциал для роста, куча новых артистов. И в целом шоу дает совершенно новый уровень всему шоу-бизнесу. Да? Да. Эдос, ты не боишься то, что растет еще один ананасик? Вон тот. Я видел конкурентов в этом шоу. Ты уверен? 100%. Мы определили, что это будет авторский дуэт, но я уверен, что вам доставит это произведение удовольствие. 13-й номер — это Black Star. Это лютый став, это Казахстан, детка. Довольна ли ты работой с этим? Конечно. Правда? Да. Он тебя не обижал? Нет, все проходит очень весело, у нас трек бомбический. Мы будем зажигать. Пятерочка. Спасибо. Охуенчик, а? Вроде все хорошо. Всем понравилось. Увидим, что люди скажут. Да, ребята, ну что, получилось? Получилось? Молодец, иди сюда! Счастлива, потому что это было круто! Это было очень круто! Я смотрела просто мурашки. Тебе вначале так... Мне понравилось, когда ты сказала что-то про Казахстан. Вот это было прикольно. Что-то... Молодец! Встретить судьбу перепутчи дворов. Очень доволен, у меня все классно. Я передаю привет всем. Мне клево. Я рад. Да потому что я невротик, и мне надо все время менять прическу. Невротик? Да, это те люди, которые любят всегда впечатления и эмоции. Репетитор любви, многолик, контрастный мираж. Мы снова спим. Когда же ты продашь душу на вид? Ну что ты, косичник, отстрелялся? Да, было очень. Мы видели все, мне очень понравилось. Вот этот свет, вот эта твоя песня, это очень красиво. Я поймал энергию зала, было просто в голову. Представь, что за тобой каждый твой номер поддержит просто тысячи людей. На самом деле это не самое главное. Самое главное, чтобы были те люди, которые действительно чувствуют мою музыку. Благодаря им я здесь. А вот если среди участников те, за кого больше всего пишут в социальных сетях, там, верните его, или победу ему, или на лейбл его, вот, здесь так? Очень много комментариев, и после каждого концерта, особенно когда я выкладываю номера, люди высказывают свое мнение, безусловно, есть свои фавориты, и есть там... Люди, к которым негативное отношение, есть с позитивным коэффициентом. Много очень обсуждений, но фавориты есть точно. То есть вы как вы считаете, да, с мнением людей? Конечно, конечно. Потому что люди определяют и решают на этом шоу. Они голосуют, скачивают песни. Да. Если действительно нравится, то человек расскажет. Я нормальный парень. Нет, хороший, ты в принципе хороший парень. Да. Такой вообще прикольный, необычный. Спасибо. Скажи мне, как ты это делаешь? Что ты делаешь с
залом. Ты вообще видел, что происходит? Нет, у меня минус 5, я не вижу, на самом деле. Просто я выхожу. Зрение не очень? Да, зрение это не твой очень. Секрет, да? Да, да, да. То есть поэтому ты с ума сходишь, вообще такой. Ну да, да, я вообще просто выхожу, я не понимаю, кто там, зачем. Нет, я слышу только. Серьезно, то есть твой секрет — это плохое зрение? Стопудово. И японские капли. Это была не реклама. Японские капли — лучшие в своем роде. Да, тебя обниму. Давай. Молодец, молодец. Можешь передать что-нибудь своим слушателям? Дорогие ребята, меня трудно назвать вообще музыкантом, уже поняли. Но если вы меня слушаете, успех вообще. Удачи. Красавчики. PLC, расскажи, что у тебя за номер сегодня? С кем ты поешь? Мы делаем с Дэнни и с Олегом кавер на Rockstar. А, Rockstar, как вам? Первого дня с релиза слушаю на репите. Мася, Данечка переживал, сказал, что не совсем собой доволен, но мы смотрели с экрана, все было отлично, я ему сказал, чтобы не волновался. Сколько примерно с девушками и с Светом? Смотри, ну номер рознь точно, но мне кажется, там есть порядка от 500 000 рублей. За один номер, да? Мне кажется, есть какие-то. А если на нескольких миллионов? Но это реально очень... Мне кажется, есть, наверное, и которые будут стоить и по несколько миллионов, потому что мы идем дальше. Мальчик, мне очень понравился ваш номер. И честно, вы одни из моих любимчиков на проекте. Мне нравится твой низкий голос и твоя самобытность. Девочки, я видела, и они все были в крови, я видела, как мазали. Да, да, да. Было же, ну вы типа Дракула. Я не знаю, там столько времен всего там было переплетено. Девушки, огонь. Напиши мне, когда закончится шоу. Она в крови, тебя это не смущает? Все девушки раз в месяц бывают в крови, и что? Сколько участники спят на проекте? Честно скажу, это нормально. Вот когда вы будете на большой сцене, когда будут гастроли, это жестко, я вас понимаю. И сколько артистов в итоге мы сможем подписать на лейбл? Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что из этого выпуска не меньше 5 человек попадут на лейбл. Тогда я пойду продолжать смотреть за песнями, да? Желаю вам удачи. Спасибо. Набирайте нам красивых мальчиков, красивых девочек и главное талант. Мальчиков в первую очередь, да? Мальчиков тоже. Кто такая Женя Майер и что у вас с ней? Вон стоит. Ну скажи, ты нашла парня здесь или это слухи? Я не привыкла обсуждать свою личную жизнь. А ты привыкай, ты привыкай. Если ты хочешь шоу-бизнес, то тебе нужно привыкать к этому. Я буду привыкать, но буду привыкать все равно отвечать на те вопросы, которые мне интересны. Да, вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты какой-то, короче, важный тип на песнях. Кто ты здесь? Никто. Ты музыкальный продюсер шоу. Один из. Кто твой фаворит? Все. Шепни вот сюда, тихонько. Клава Кока. Легкое волнение. Сердце бьется прямо в груди. Передай привет своим подписчицам. Всем передаю привет. Большое спасибо, что снимаешь, что пришла. Прям я смотрю на тебя, мне прям это... Лучи боже. Все будет хорошо, не волнуйся. Я не волнуюсь. Ты прям... Хоть Тимати меня не любит, но... Почему он не любит? Я ему шепнула, чтобы он тебя любил. Да? Тимати сказал, что Хабибка слабое звено. Если кто-то предъявляет, у них какие-то отношения накрываются. Пишите внизу, за кого вы болеете, кто вам интересен, и подбадривайте ребят. Хотя, блин, они все равно ничего не прочитают. Сознание потеряет. Бедная, плачет. Марк, что скажешь? Жалко. Все плачут. Это лучшее, что произошло в моей жизни. Масечка. Всегда так было. Может, в силу возраста боялась общественного мнения. Сейчас так не будет уже. Все будет хорошо. Домой не поеду. Мама, по-моему, что не переживала. А я дальше покорять столицу. Сказал то, что альбом начинаем писать. Альбом начинаем писать. Я очень люблю. Ты меня даже прости, пожалуйста. Спасибо тебе огромное за все. Ну
что, друзья, концерт закончился, два человека покинули проект. Я не знаю, пишите у меня внизу в комментариях, согласны ли вы, не согласны, за кого болеете. Мне будет очень интересно это почитать. И я, конечно, не разболтаю ребятам, но буду их продолжать подбадривать, когда у меня будет время. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите, хотели бы вы еще меня видеть здесь, было ли вам интересно. И самое главное, смотрите полную версию шоу на сайте ТНТ, потому что проект песни действительно очень интересный. И этим проектом мы доказываем то, что есть настоящие новые артисты, которые готовы ворваться в шоу-бизнес. Поэтому спасибо вам за просмотр. Я вас люблю. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что у меня есть свой личный телеканал. И спасибо, что вы меня смотрите. Пока!